Я часто варю овсянку на завтрак, и это один из моих любимых вариантов. Овсяная каша бывает вкусной не только сладкой. Помидоры сделают вкус ярче, а сыр сделают текстуру кремовой. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овсяную кашу с помидорами и сыром. Овсяные хлопья рекомендую выбирать длительного приготовления, а помидоры предпочтительнее черри, они слаще. Дополнительно в кашу можно добавить маслины или оливки, если любите. Такой вкусный завтрак можно приготовить всего за 15 минут, так что берите на заметку. Овсянка – 80 грамм. Вода – 280 миллилитров. Сыр – 40-50 грамм. Соль – по вкусу. Лук красный – 1/4 штуки. Помидоры черри – 5-7 штук. Чеснок – 1 зубчик. Количество порций – 1. Подготовьте все ингредиенты. Подставьте кастрюлю с водой на огонь, подсолите и доведите до кипения. Добавьте овсянку, убавьте температуру и варите 6-7 минут. Сыр натрите на крупной терке. Помидоры обжарьте с луком и чесноком на сковороде до мягкости. Добавьте сыр и помидоры в овсянку. Аккуратно перемешайте. Варите кашу, пока сыр не расплавится. Овсяная каша с помидорами и сыром готова. Приятного аппетита!